финал, вес 57 килограмм, Каспийск, чемпионат России 2023 года. Финал 57 килограммов. Гаваев, Угуев. Гаваев, молодой борец, выступает против олимпийского чемпиона Заура Угуева. Гаваеву 19 лет. Первый раз выступает на взрослом чемпионате России и вышел в финал. Гаваев представляет Московскую область, а Заур Угуев – Республику Дагестан. Судья несколько раз дал замечание за шунги. Наоборот, Гаваева. Пока счет. Прошло полторы минуты схватки, счет. Балла нет. Счет по-прежнему 0-0. 30. Тайм дают. 30 секунд дают Гаваева, чтобы он активизировался в этой борьбе. Заур Угуев очень силен в этом весе. Не только в России, но во всем мире. Олимпийский чемпион. В России, можно сказать, ему нет равных. За последние годы своей спортивной карьеры Заур Угуев не проиграл ни одной схватки. Очень редко отдает баллы своим соперникам. На этом чемпионате прошло 3 минуты схватки и объявляется перерыв на 30 секунд. Счет пока 1-0. По предупреждению Заур Угуев заработал 1 балл. Так, бросок на 2 балла. 2 балла зарабатывает. Посадил за ковром Гаваева. Счет становится 3-0 в пользу олимпийского чемпиона. Зал скандирует: Заур, Заур.
Так, Артем Габаев попытался пройти в ноги. Спокойно ведет эту схватку Заур Угуев. Можно сказать, Габаеву надо показать свою борьбу. Губаев предварительных схватках выиграл очень достойных соперников. Сильнейший борцов России, призеров России, он Артем Габаев выиграл. И в финале борется с олимпийским чемпионом. Остается 50 секунд до окончания схватки. Счет 3-0. Ну, Артему Габаеву надо выложиться полностью против Заура. Всего 30 секунд остается. Так. Артем Габаев старается пройти в ноги, но Заур Угуев еще два балла заработал Заур Угуев. Остается 9 секунд до окончания финальной схватки в весе 57 килограмм на чемпионате России. Сделал интересный прыжок, проходит ноги. Нет, время вышло. Заур Угуев становится чемпионом России в Каспийске в 2023 году. И тем самым пятый раз становится чемпионом России по вольной борьбе. Может быть, шестой. Поздравляем команду. Весь Дагестан с этой великолепной победой.